Нашей Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина 120 лет. Этот день мы встречали вместе с друзьями. Приехал директор Национальной библиотеки Республики Казахстан, известный писатель Алибек Аскаров. Алибек Асылбаевич зачитал приветственный адрес от министра культуры и спорта Республики Казахстан. Действительно, это большая честь, вам честь дает это. Вау, номер первый Казахстандағы библиотека, я еще раз заявляю. Грамоты Акима области вручил библиотекарям заместитель Акима Жаксалык Амар. Вручен директору библиотеки сертификат на приобретение звукового оборудования. Подарок и грамоты от профсоюза работников культуры вручила Князева Любовь Борисовна. Свои пожелания и поздравления озвучили заместитель руководителя областного управления внутренней политики Ирина Смит. Постоянный представитель программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане Наримас Шимомура. Конечно же, мы понимаем, что концепция данной библиотеки – это не просто место, куда люди приходят почитать книги, а это место, где граждане могут собираться, обсуждать какие-то вопросы. То есть это своеобразная диалоговая платформа для обсуждения и принятия решений. Заместитель посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан господин Джон Марк Помершайм. This library is a place to be inspired by new ideas, learn new skills, and discover new opportunities. Библиотека Пушкина – это место, где образование, просвещение, где проявляются новые идеи, где люди учатся новым навыкам и открывают новые возможности. Генеральный консул Российской Федерации в Усть-Каменогорске Сергей Аненков. Я думаю, что книга до тех пор, пока она будет стоять на пьедестале, и до тех пор, пока она будет существовать в каждой семье, это величайшая ценность, которая есть в культуре нашего человечества. Она заставляет человека думать, она заставляет человека осмысливать события, она заставляет анализировать то, что происходит, и стремиться к высшему. И в этом ваша благородная миссия продолжается уже больше века. Сердечно вас с этим поздравляю. Разделить праздник пришли писатели и поэты, друзья библиотеки Муслим Кумарбеков, Борис Щербаков, Наталья Матвеева, Андасын Елюбай, Алибек Кантарбаев. Слова благодарности в свой адрес услышали ветераны библиотеки, своих коллег-пушкинцев поздравили и руководители районных и городских библиотек области. Теплые слова поздравления прозвучали в адрес библиотеки от наших спонсоров – Товарищество ограниченной ответственностью «Касцинк», Акционерное общество Усть-Каменогорский титано-мармелевый комбинат, Акционерное общество Усть-Каменогорский металлургический завод. В своем выступлении гости отметили важность работы библиотеки с людьми с ограниченными возможностями и с молодежью. Библиотека Пушкина открыта для людей с ограниченными возможностями. Это единственный объект вообще в системе культуры, физической культуры и спорта, даже в социальной защите, который по всем параметрам отвечает тем требованиям, которые нужны для людей с ограниченными возможностями. Виртуальные поздравления прозвучали от директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолия Иксанова, директора Библиотечной ассамблеи Евразии Галины Райковой, профессора Московского государственного университета культуры и искусств Вадима Степанова, кандидата педагогических наук, преподавателя-блогера из Чувашской республики Андрея Федорова. Ведущие вечера зачитали поздравительную телеграмму от читателя и партнера библиотеки, депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Унжаковой Ирины Сергеевны. Много прекрасных слов, пожеланий, успехов и достижений было сказано гостями на торжестве. Музыкальные поздравления от артистов областной филармонии украсили наш праздник.